Решил я как-то поиграть в Face It. И что же случилось в момент, когда я зашел на него? У меня просто отобрали Элла. У меня было 3300, затем сделали 2750 и сейчас вообще 2650 Элла. И для меня это было просто сюрпризом. И это же вообще не дело, когда ты ютубер и у тебя всего лишь 2600 Элла. Поэтому я решил плотно заняться играми на Faceit и снова возвращаюсь на эту платформу. Я где-то потерял информацию, ну а точнее я ее пропустил. У меня было 3300 Элла, да? Меня понизило до 2800 Элла или 2700. Вот, последняя моя катка была сыграна, и у меня было 2729 Элла. Сейчас почему-то Faceit просто взял и забрал у меня это Элла, и теперь у меня 2650. У меня и так Элла ниже некуда за 4 матча. Ладно, походу настало время снова апать 3000 Элла. Я лагаю, что за хуйня, я... Ты видел? Я прилип, блядь. Что за хуйня? Ебать. Ой, я не понимаю, как это играть? Почему против нас попадается фулл стак, когда мы в соло? Первая катка соло спустя долгое время, и я сразу ощутил какое-то жесткое давление на себя. Давление в психологическом плане. Если, допустим, я захожу в пример, то я просто бегаю плюс Фэ и убиваю ребят, несмотря на то, сколько у них Элла, потому что часто попадаются 10 левела с 2500 плюс Элла. Но на Faceit все обстоит совершенно иначе. Я запускаюсь в катку, и не знаю почему, но я из-за чего-то чувствую себя здесь самым слабым. И именно это давление не позволяет мне играть в свою игру. Соответственно, конечно же, первая игра была полностью провальная. Meet me, guys. And B, B me. Как жестко просто. Блин, мне надо было на самом деле стоять просто и на уверенности с ними стреляться. Просто руки задрожали на момент, признаюсь. Не стыдно признаться, когда руки иногда... Ну, когда ты просто теряешь момент, концентрацию. Особенно, когда очень давно не играл в Faceit. Спасибо за игру, удачи. Sorry. Команда просто сори. 10-19 сыграл. Ну, у нас тип 6-20 сыграл. Это вообще откис, по сути. А чего у меня за последние 2 недели? Сколько у меня часов сыграно за последние 2 недели? 0,5 часов. Следующая карта Overpass. И хоть я чувствовал себя вообще не уверенно, но более-менее настрелять мне удалось. Все это за счет этой карты. Банк ушел. Машина. Кстати, прямо сейчас в моем телеграм-канале проходит розыгрыш на такой вот USP. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Ну и не забывай про то, что я начал активно стримить. Поэтому заходи на мой стрим, который идет прямо сейчас. Мы, кстати, набираем форму и играем в Faceit. Да уж, если посмотреть на счет 2-11, то нам очень плохо. Но как же классно камбэчить такие игры. Я в шоке. Почему бы не убить дальнего? Ну ты и Дэвинсайди, конечно. Хорош, лучше. Вот сейчас будет раш Б. Не-не-не, надо 3А сейчас сыграть наоборот. Подвалка. Б подшили, Б флеш. А я ведь говорил, что будет бэпуш. Я не знаю, почему они стартуют 3А, когда сейчас, ну, это очевидно, что будет бэпуш. Лутран – это лучший сайт по поднятию деньжат. На сайте есть куча интересных режимов. И один из моих любимых – это краш, где ты сам знаешь, когда стоит забрать весь куш. Классический режим колеса, где от выбранного цвета зависит твой выигрыш. И если повезет, то можно увеличить выигрыш в 100 раз. Ну и новый для меня режим – это мины, где твоя задача – пройти по минному полю. Когда забрать выигрыш, ты решаешь сам. Также на сайте есть сумасшедший бонусы. 4 бонуса на 4 первых депозита для всех. Также есть кэшбэк от проигранных средств за неделю. Зарабатывай 700 рублей на сайте, просто приглашая друзей по своей реферальной ссылке. Тут есть все самые быстрые и удобные способы вывода. А по моему промокоду ты получаешь 1500 бонусов на баланс. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявные 1500 бонусов для старта. Туалеты. Хорош.
Бля, минус 72 дал, типа, просто стрельбы не хватает. Б убил. Хорош. Да, спасибо за игру, удачи всем. Ну, неплохая игра, и, кстати, как я и сказал, 20-21 по итогу. Жесткая проблема была, особенно на Vertigo, потому что я вообще его не играю, просто понятия не имею, как играть в Vertigo, но здесь хотя бы хоть как-то получилось, плюс-минус что-то знаю, и получилось разыграть вроде бы нормально. Анубис на Финляндии, просто ГГ. За колонной вас. Красиво, красиво. Так сказать, хитрый опыт не пропьешь. Ну а это, кстати, клатч 1 в 3. Благодаря хорошему спрей-трансферу и немножечко удачи, раунд ушел в мою копилку. Это смедай, гандо. Близко может быть. Он же на стрелялку, что вроде. Ебать! Я повезло, пацаны. Чего, вот это да, вот пиздец, я согласен. Не, ну красивый ретейк, ё-моё. Авик убил вроде. Вот знаете такую тему, да? Преимущество пика еще, все дела. Так вот, с пингом 72 против пинга 24, это преимущество просто вот так улетучивается. Кстати, я вот часто не любил играть в Facet из-за того, что там часто лагает, и все это из-за античита. И прямо сейчас я просто прилип к стенке. Я лагаю? Что за хуйня? Я... Ты видел? Я прилип, блядь. А, ничего страшного. Че, Б или А, пойдем? Че за хуйня? Фейсит? Привет? Что это такое? Что? Что случилось? Что происходит с Counter-Strike? Что это такое? 10 хп он. Хорош. Кон 10 хп, еще один. Просто, знаете, это молчание, когда я зря пикнул, тип вылетел, мой тиммейт просто тоже пикнул, лицо получил, но он его можно понять, он хотел разменять меня, я хотел просто взять пикнуть и, ну, повесить головошот, но именно такие вот оверпики, это супер плохо, я на самом деле заруинил раунд, можно сказать. Как это работает? Опять этот Матрикс. Темпл, вышел Темпл. Ой, я не понимаю, как это играть? Вы просто видели, да, как меня убили? Это же... Это вообще неадекватно. Как вообще стреляться с типами, если люди с пингом 24 могут делать абсолютно что хотят? Просто абсолютно все, что захотят, они могут делать с такими, как я. КТ и Темпл. Я вот максимально отвык от того, как люди на фесте играют совсем иначе, чем какой-нибудь матчмейкинг, пример или что-то еще. Здесь люди прям потеют каждый раунд, каждый свой мув. Они, я не знаю, просто вымеряют и стараются максимально потеть. Тоже вода упала. Моя неуверенность, конечно, дает о себе знать. В лучшем моменте я бы убил того и стрелялся бы с тем же, который упал. А здесь я почему-то думаю, что могу убежать, конечно. ГГ, спасибо за игру. Удачи. Ну, неплохо.
действительно неплохо. На втором месте сыграл. Короче, есть к чему расти и есть куда стремиться. Сыграв на Faceit пару каток, я понял то, что я очень сильно не уверен в себе и в своей игре. Не знаю почему, у меня такого не было уже достаточно давно. Но сейчас я начинаю стримить. Ссылка, кстати, будет в описании. И активно играть в Faceit, поэтому заходи и расти в Counter-Strike 2 вместе со мной. Спасибо за просмотр, всем пока.